Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на ЗАБТВ. 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он приурочен к годовщине нападения Германии на СССР. А теперь о погоде. Средняя температура воздуха составит 20 градусов, минимальная – 10, максимальная – 30. День будет солнечным. О погоде это все. До новых встреч в эфире!